Вот это что такое? Это семена таджикистанской дикорастущей конопли. Так, вот это семечко, вот крупная. Это я не помню, какого это конкретно. Это местное или где-то тоже вы доставали? По-моему, это местное. А вот эти? По размеру. Это тоже местное. Угу. Донские оперативники задержали 26-летнего мужчину, который в своей квартире селекционировал и выращивал марихуану. Подозреваемый признался, что употреблял марихуану на протяжении 2 лет, а в последнее время решил заняться культивацией. Инструкцию и оборудование подозреваемый нашел в интернете. Все свои наблюдения он записывал и затем вносил изменения в процесс культивации. У него в квартире во время обысков оперативники нашли пакеты, большие коробки и спичечные коробки с семенами конопли разных сортов. Там были семена из Таджикистана, Афганистана, а также собранные на территории Ростовской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».